повелитель Вейдер вернулся. Точнее, то, что от него осталось. Почему он все еще жив, администратор? Он Ситхма Самеда. Его ненависть дает ему сил. Какие указания, мой повелитель? Восстановите его полностью. Ваше Величество, он же хотел вас убить. И если эта ненависть по-прежнему движет им? Почти все, кого я когда-либо встречал, хотели меня убить, великий визирь. Но я показал своему свободолюбивому ученику всю мощь Экзегола. Теперь он знает пределы своих возможностей. Как только его восстановят, он найдет более подходящую цель для своей ненависти. Вы обеспокоены, не переживайте. Я вне его досягаемости, а вы недостойны его внимания. Скоро он найдет себе настоящего врага. Подготовьтесь к приключению. Нет. Как пожелаете. Боль такая же, какую я причинил тебе, сын мой. Привело ли это тебя к ненависти? Привело ли к могуществу? Ты мог бы править галактикой вместе со мной. В нем чувствуется великая сила. Но несмотря на все твои заверения, ты слаб. Никогда ничего бы не сделал без своих друзей. Ну хорошо, корабль починен. Нужно убираться отсюда. Да. Этот звук доносился с другого IT-корабля. О, нет. Ты. Вейдер. Знаю, чую. Поэтому мы и убегаем. Да, я видел, как он отразил выстрелы из пушек. Помню, что гипердвигатель еще сломан. Нет, не думаю, что мы справимся с ним. С тех пор, как Люк взорвал Звезду Смерти, чуем мы по уши в дерьме. Давай посмотрим правде в глаза, тут мы парочка ничтожеств.
Но в этот раз, может быть, это сыграет нам на руку. Мне ужасно жаль, что вы не смогли найти нужных людей, но я с радостью скажу вам, это большая честь. Не могу даже представить, что какой-либо ряд кораблей серии IT когда-нибудь посещал такой. Молчать. Этот. Точно, это Хан Соло. Соло? Да, он местный, но нельзя сказать, что он здесь преуспел. Просто очередной крысёныш, ставший контрабандистом. Он не мог далеко уйти. Может мы? Нет. Нет, это правда не доставит мне никаких хлопот. Если повелитель Вейдер сказал нет. Ну? Это значит нет. Твои друзья. Думаешь, они спасли тебя? Думаешь, что спас их? Тот, кто найдет тысячелетний сокол, получит солидное вознаграждение. Можете пользоваться любыми методами, которые сочтете необходимым. Но они нужны мне живыми. Стой, Чуи, хватит. Хорошо, продолжай верить в то, что ты и твои друзья прожили так долго, благодаря силе и неудаче, а не моему плану. Какова ваша воля, учитель? Какова твоя воля, мой ученик? Ты разгадал секреты темной стороны. Ты знаешь о пути ситхов. Выбор за тобой. Очи Сбестуна. Я. Мой повелитель. Иди, убийца. У каждого своя роль. Куда? Куда мы летим? Повелитель Вейдер. Ты все еще можешь стать сильным, сын мой. Я знаю, что в тебе есть мощь. Но я видел истинное могущество и цель ситхов. И по-другому не бывать. Поэтому на этот раз ты умрешь. Тебе нужен Соло? Соло выкрали. Ты хотел сказать, что Джаба его упустил. Джаба до сих пор имеет влияние. Он вернет Соло, и власть Джабы укрепится. Нет, Бокку. Его вернешь ты и отдашь мне. И, к счастью для тебя, укрепится твоя власть. Как странно, очень сбестно. Ни один из моих имперских связных не говорил об этом безрассудном плане. Ты уверен, что служишь императору? Я служу могуществу, Бокку. Так что сегодня... Я служу Вейдеру, как и ты.